Хотите что-то сказать украинцам? Сожалею о том, что происходит эта ситуация. Ну, не будем смягчать, как вчера сказали, о том, что началась эта война. То, что нас здесь не ждали, мы пришли с оружием. Потому что часто вот я слышал здесь от многих, что когда они общались, да даже я общался, вот меня в плен брали с 80-й бригады ДШБ, она местная, с Львовская. Это серьезно, пацаны, все говорят о 80-й ДШБ. Вот, отлично вот. Воюют ребята, правда? Вот. Не спорю, да. И помимо всего прочего, помимо того, что хорошо воюют, снаряжены, ну, обучены, остались людьми. Спустя столько времени, то, что они свидетели всей вот этой крови, разрушений, они сохранили человеческий облик, лицо, они спрятали меня в подвале, когда техника горела, чтобы, ну, не посекло осколками, они спасли офицера нашего, вот, которого посекло осколками от взрыва после прилета. Его перевязывали там чуть ли не всю ночь. За ним приехали медики. Нам все там, вода, не вода, покурить, не покурить. Никто, ну... Вадим, я тебе открою большой секрет. Украинцы вообще хорошие люди. Да я не спорю, но... Это все то, что украинцев демонизируют, это все, ну, российские СМИ. Я тебе еще больше секрет открою, да? Мы уже несколько веков имеем проблемы с россиянами. Несколько веков.